Всем привет! Расскажу вторую часть нашей истории с Александром Ероховым из города Рославль. Значит, у Саши трудности с речью, и вот я ему предложил такую идею, что сам он ролики делает, может делать, и хорошие делает ролики, я вам ссылочку скиньте, можете посмотреть его немые ролики. Придумал я, значит, как помочь ему со звуком. То есть набирается текст в текстовом процессоре. Этот текст мы, значит, загружаем в балаболку. В балаболке есть хороший конвертер. Он текст преобразует в звуковой файл. И вот в таком вот звуковом редакторе, в котором сейчас я делаю видеоролик у нас с Александром, и о том, как вот это дело делать, какие настройки и так далее. Также, значит, он единственное, что вот на вторую дорожку подсоединяет звуковой файл. И там уже тоже, как говорится, отрезал, склеил и так далее, но он сможет теперь делать уже видеоролики со звуком. Так что, как видите, даже люди, страдающие дефектами речи, могут, скажем так, вполне нормально делать видеоролики звуковые. И я считаю, что это большое достижение и как людей, которые делали эти программы, ну так и самого Александра, потому что парень всего добился своими руками. И первая ссылочка, когда он мне пришлет свой звуковой ролик, значит, я вам тоже потом ее скину, посмотрите. Он будет говорить голосом там Дегала Николая, там, или Татьяны, или Катерины, без разницы. Ну, просто посмотрите, что вот человек может делать своими руками. Поэтому многим бы следовало бы поучиться упорству и трудолюбию Александра, который смог всего вот так вот сам добиться. Ну ладно, приступим к просмотру ролика. Я тебе покажу принцип. Значит, принцип заключается вот в чем. Идешь в меню. Ну, да я и так примерно помню. Ну, держи его под глазами, хорошо. А теперь иди и открывай видеоредактор.
Нет, мы же сохраняли проект. Поэтому тебе не нужно каждый раз все заводить. А вот и от недавние проекты, да? Зачем, зачем делать одну и ту же работу по 1000 раз? Теперь звуковой файл. А, ну да, правка. Параметры. Аудиокодики. И что у нас там было? AC3 было, да? О, хорошо. Ну давай так. Что означает перезагрузить? То есть сохранить, что ли, или что? Или непонятное словечко. Сохранить выделенное, я бы понял. А так, ну давай. Ни черта я не вижу. Закроем. Вот один. Я попытался вернуться до ножа на пояс, но короткой ночью из соседнего холма разбросал гранит меня. Ну теперь запомнишь, что 264 и АЦ, да? И вот ты какой-нибудь там этот ролик делаешь. И у тебя, значит, ну вот давай я сейчас вот сохраню. И у тебя, значит, будет уже с твоей озвучкой. Ножа на поясе, но короткой очередь с соседнего холма разбросал гранит меня перед носом, заставив испражнятиями ушаться. То есть, ну ты вместо, допустим, фраз готовых, которых мы взяли, значит, из книжки, ты просто, значит, вот здесь вот возьмешь, допустим, и ну, придется поработать там ручками и так далее, написать, что ты там хотел сказать. Понятно, да? И, значит, поработаешь, потренируешься, и все, думаю, у тебя будет получаться. Потому что я тебе, главное, только дал принцип. Потому что, ну, сам понимаешь, смотреть немые ролики мало кто будет. А тут ты докажешь всем, что даже несмотря на то, что ты и говорить-то не можешь хорошо, к сожалению, но тем не менее, значит, вот ты нашел программу, ты научился с этой программой работать, и с помощью этой программы ты теперь сможешь ролики, а я смотрел, у тебя качество очень высокое, ты по моим урокам четко шел. У тебя качество 1080, хорошее качество. А теперь ты сможешь озвучивать свои, значит, видеоролики текстом. У тебя тут два голоса есть. Есть голос Николая, есть голос Катерины, но можешь скачать еще голос Татьяны. Экспериментируй. Так, дай-ка я хоть на тебя так. Где тут у тебя это самое? Так. Ну, это от меня, так. Да я сейчас. А, вот он ты, видишь. О, ты еще и в очках. Ух ты. Сейчас подожди, я тебя на своем скайпике посмотрю. Во, у меня тут покрупнее будет. Ну вот. Ну, Саша, в любом случае, я тебе понятно объяснил, что хотел объяснить. То есть, как ты думаешь, сможешь ты теперь эти вот ролики озвучивать сам? Да. Потому что у тебя, в принципе-то, качество съемки хорошее. Ты посидишь. Мой тебе совет, значит, видеоролики разбивай по частям, вот как там, когда делали блок 1, и пошла запись там, потом блок 2, чтобы теперь в них было проще ориентироваться. Понимаешь как? И тогда, значит, ну, продумывай структуру там того, о чем ты хочешь рассказать. Ну, понимаешь, с тебя будет снято ограничение того, что ты не можешь нормально говорить.
То есть не можешь ты, за тебя будут говорить русские. В принципе, ну, мне Дегало Николай нравится еще с 2000 года. Представляешь, вот 15 лет он мне нравится. Лучше голоса я для себя не слышал. Хотя мне тут говорят, что Татьяна вроде бы лучше, а я что-то не нахожу. По объему файл там, да, там раз в 30 больше. А по качеству, ну, на любителя. Подберешь то, что тебе нравится. По крайней мере, мы с тобой сняли главное, значит, твое, скажем, это самое затруднение именно вот с речью. А я вижу, что ты ролики хочешь делать, тебе это нравится. Сколько ты уже, покажи мне на руке пальчиками, сколько ты уже на трубе выложил роликов? Плохо вижу, два ролика уже сделал, да? Ну вот, под одним из них я поставил это самое лайк тебе, самый первый лайк это был от меня. Вот. Ради бога, старайся, пробуй, а теперь думаю, что тебе будет уже полегче как-то, да? Ну ладно, Саша, все, вот все, что я тебе, как говорится, хотел сказать. Все остальное у тебя работает нормально? Это тебя устроит? Да? Да. Ну все, Саша, давай. Удачи тебе и успехов. До свидания. И вам. Хорошо, хорошо. Желаю тебе успехов. Звоните еще. Что? Звоните еще. Звоните еще. Да нет. Теперь я буду ждать уже от тебя ссылочку с твоим первым роликом, который ты озвучишь при помощи программы «Балаболка». Ага. Я думаю, что для многих людей, кто хотел бы вот так вот себя озвучивать, это будет какой-то выход. То есть люди смогут, по крайней мере, выражать звуком то, что они хотят сказать. Ну ладно, до встречи. И вот только что мы закончили с ним разговаривать, а Саша уже, значит, сделал пробный, значит, кусочек видеоролика и выложил его на трубу. И посмотрите качество. 1080. Вот. Хорошее качество. И теперь давайте послушаем, какой голос он к нему приделал. Блок 1. Меня зовут Александр. Я пишу эти ролики при помощи специальной программы, так как не могу говорить. Не судите строго, в этом ролике я расскажу вам о настройках Linux Mint Cinnamon. Блок 1. Вот такие вот вещи. То есть парень-то и с руками, и с думающий, умеющий, делающий. Вот он свой блог, свой канал у него есть на трубе, он только недавно его открыл. Сделал, значит, несколько уже загрузок туда, пробных там. Но эти ролики у него были, скажем так, которые он выложил, это надо смотреть видео с Ива Плоутс. Вот, три ролика он сделал. Но они, естественно, насколько я понимаю, скажем так, скорее всего, не мы. Но, тем не менее, человек их делает, и делает их нормально. И я считаю, что Саша добьется многого, потому что трудолюбие, упорство ему не отнимать. А проблему с речью, ну, вот таким вот странным способом, с помощью, значит, балаболки, значит, я думаю, что он в значительной степени решит. Так что вот еще раз желаю, значит, Александру всяческих успехов. И побольше бы, скажем так, таких вот упорных людей у нас, значит, было.